Практично кожен з нас хоча б раз у житті відчував дискомфорт у ротовій порожнині, пов'язаний із вживанням занадто холодної чи гарячої їжі та напоїв. Так, за даним Асоціації стоматологів України, 37% жителів України відчувають зубний біль практично щодня. Що робити, аби чутливість зубів не затьмарила радість від зимового святкування? Перш за все, потрібно не ігнорувати цю проблему. Її причутливість значно легше попередити, аніж боротися з наявними наслідками. Точну причину появи гіперчутливості може визначити лише лікар-стоматолог. Він може виявити ознаки оголення дентину і проаналізувати, у результаті чого виникла чутливість. Проте завчасне формування корисних домашніх звичок може значно продовжити здорове життя зубів та зберегти нерви пацієнтів. Отже, що, як та до чого розкаже наша ранкова гостя, яку ми вітаємо в студії. Радий вам представити нашу гостю, стоматолога Ольгу Козулько. Вітаю вас, дякую, що ви разом з нами. І так, проблема чувствительности зубов – это большая проблема для каждого. Некоторые это понимают, когда уже пробуют там мороженое, либо горячие какие-то напитки. Как это появляется и из-за чего? Да, Виктор, к сожалению, это очень актуальная проблема на сегодняшний день, потому что более 60% населения взрослого жалуются на в той или иной степени выраженную чувствительность зубов. Это может быть как легкий дискомфорт, периодически возникающий, так и постоянно досаждающее чувство оскомины. Причем некоторые пациенты приходят и не поймут, что происходит с ним. Говорят: доктор, что мне делать? Я не могу откусить мороженое, я не могу вдохнуть холодный воздух на улице, я не могу почистить зубы, потому что прикосновение к зубам вызывают резкую боль, и, естественно, затрудняется процесс и чистки зубов, и вот пациенты не знают, что делать в таких случаях. Я хочу сказать, что в таких случаях выход один – придется идти к стоматологу, потому что мы… Оттягиваем это всегда. У нас есть чем вас лечить, мы знаем, как это делать. Конечно, причины повышенной чувствительности, их очень много, они разные. Это может быть как следствие каких-то эндокринных нарушений, потому что состояние полости рта отражает состояние здоровья всего организма. Это могут быть какие-то чисто стоматологические заболевания некариозного характера. То есть зубы могут быть без кариеса, но они реагируют, потому что там мы видим такие патологические состояния, как клиновидный дефект, эрозия эмали, патологическая стираемость. В результате пародонтитов, пародонтозов наступает рецессия десны, десна опускается, оголяются корни зубов, и эти неприкрытые эмалью участки дентина реагируют. Причин может быть разных, очень много разных, но сам процесс, как бы механизм патологической чувствительности, он один. Происходит оголение дентинных канальцев, и зуб морфологически состоит из пульпы зуба, внутренняя часть, то есть то, что пациенты наши называют нервом дентина, который как костная ткань пористый, в нем находятся дентинные структуры, такие как дентинные канальцы. В них находятся микроскопические отростки одонтобластов, которые являются проводниками зубной чувствительности. И при оголении, каких-то дефектах эмали, каких-то травмах возникает открытие этих дентинных канальцев, поэтому такие зубы начинают неадекватно реагировать на любые раздражители и вызывать вот такие вот реакции. То есть, если я правильно понимаю, это вот то, что в народе мы называем, да, открылся канал там или появились какие-то микротрещины или как-то? Я думаю, что если у вас появилась какая-либо чувствительность, сам пациент не может разобраться, в чем проблема, и только стоматолог сможет правильно разобраться в причинах проблемы и правильно назначить комплексное лечение, потому что иногда приходится консультировать пациента с гастроэнтерологом, с эндокринологом, потому что даже в визуально целых зубах без патологических изменений может возникнуть патологическая чувствительность, то есть гиперестезия зубов из-за того, что в организме нарушены калиево-фосфорный обмен. А как лечить мы можем это все дело? Ну, лечение и профилактика гиперестезии зубов начинаются с элементарного простого обучения правильному механизму чистки зубов, потому что в основном даже взрослые наши пациенты не знают, как это делается, не умеют правильно чистить. И зачастую
так может пациент перестараться, что чисто механически нанести себе травму и стереть эмали. Такие дефекты приходится потом закрывать с помощью композитных материалов. Поэтому мы учим пациентов правильно чистить. В зубах с гиперестезией нужен более деликатный подход, правильно подобранная щетка. Щетка должна быть мягкой или экстра мягкой, с ровно подстриженной щетиной. Кончики щетины должны быть закруглены, чтобы не наносить механическую травму для эмали. То есть те щетки, которые, например, очень часто мы слышим, что там специальные микроволокна, которые выступают из щетки и прочищают лучше, это... В нашем случае эти щетки не подходят. И сейчас очень много рекламы, в том числе и на телевидении, которые обещают, что эффект с первой процедуры и зубная паста чуть ли не работает вместо стоматолога, пломбируют зубы, но на самом деле посмотрим реальности в лицо, все это далеко не так. И обычно просто визит к стоматологу, правильные советы специалиста помогут вам сэкономить ваше время, деньги, нервы, подобрать именно ту... и зубы целыми останутся. Да, естественно. И подобрать именно ту пасту, которая подходит именно вам. Но я не хочу сейчас рекламировать какие-то пасты. Есть очень много хороших линий, но нужно обращать именно на те пасты, где есть пометка sensitive, то есть это зубные пасты для чувствительных зубов. Их механизм действия в основном заключается в запечатывании вот этих вот открытых дентинных канальцев, и наступает облегчение. Хотя, конечно, облегчение не стоит ждать после первой процедуры. Нужно сделать хотя бы неделю-две, попользоваться пастой, и, возможно, придется поменять одну, две, три пасты, пока пациент подберет именно, найдет свою, то что не бывает панацеи, то есть есть более профессиональные средства, те, которые применяются уже в кресле стоматолога, когда мы можем нанести, мы можем закрыть уже существующие большие дефекты полимерными материалами композитными и повсеместно нанести реминерализующие гели, лаки, их очень много, то есть арсенал очень велик, и это абсолютно безболезненные процедуры, и мы рекомендуем всем пациентам при возникновении каких-либо проблем прийти к стоматологу, разобраться, что за чувствительность, то ли это кариозные полости, то ли это действительно гиперестезия. Как говорится, каждая проблема когда-то бывает, сначала бывает маленькая, потом разрастается. То есть не стоит игнорировать. То есть если сделать, скажем так, как небольшой итог пошагово, что делать, то если почувствовали боль, стоит прийти к стоматологу, проконсультироваться, соответственно, подобрать себе правильную пасту, правильную зубную щетку, и потом уже самостоятельно дома ухаживать за зубами. Есть ли еще какие-то методы ухода правильного, либо те моменты, где вот чаще всего мы делаем ошибки? Я думаю, что культура гигиены полости рта должна закладываться еще в детском возрасте, потому что когда приходит взрослый пациент, он приходит уж с уже наработанными проблемами, которые исправляются, ну, в основном чисто механически, какими-то более мощными средствами, более глубоко действующими. Но элементарная гигиена полости рта, правильная гигиена полости рта должна быть привита детям в маленьком возрасте, когда еще они не успели ничего себе испортить. Поэтому я обращаюсь к родителям: не стесняйтесь, приводите своих детей, и мы научим ребенка правильно пользоваться зубной щеткой, правильно пользоваться средствами ухода за полостью рта. И со временем уже ребенок будет пользоваться этими средствами правильно и не наработает себе повышенную стираемость и другие проблемы. То есть вот эта интенсивность в чистке тоже... сколько вообще по времени должна длиться вот процесс чистки зубов? Нормально. Рекомендуется чистить зубы не дольше 2-3 минут. Делать это нужно аккуратно, в случае с повышенной чувствительностью деликатно, избегать горизонтальных движений, больше уделять внимание вертикальным движениям, круговым и выметающим движениям до появления боли. Некоторые пациенты просто отказываются от процедуры чистки зубов, потому что они не могут, им настолько больно, что они не могут дотронуться. В таком случае нужно просто прийти к стоматологу, и мы с помощью своего арсенала средств сможем помочь. По поводу того, как лечить уже самостоятельно потом после консультации, понятно. По поводу все-таки клиентов, к чему может привести, если мы, к сожалению, не обратимся к стоматологу, будет вот эта чувствительность, кроме, конечно же, собственного дискомфорта, максимально что может быть? К сожалению, повышенная чувствительность может быть проявлением более серьезных заболеваний. Заболеваний
парадонта и воспалительных каких-то заболеваний в полости рта. И, конечно, она может быть не причиной, а как следствие уже заболевания. Поэтому нужно уделять внимание лечению основных заболеваний. И исходя из этого, конечно, может, я не хочу никого пугать, но действительно заканчивается и потерей зубов, и потери, ну, естественно, качество жизни страдает у таких пациентов. Наступают депрессии психологически, человек становится... Ну, конечно, дискомфорт, когда нет определенного зуба, если его не лечить и не восстановить. Абсолютно, да. То есть маленькая проблема, как я уже сказала, она становится со временем большой проблемой. Ну что ж, будем надеяться, что наши зрители и все николаевцы, да и все украинцы будут следить за зубами, правильно чистить их, ухаживать. А я думаю, что это как раз хорошая тема для нашего следующего эфира и встречи в студии. Так как правильно чистить и какие же ошибки мы прививаем детям уже в маленьком возрасте. А я дякую вам за те, що сьогодні завітали в нашій студії. Дякую. Будьте здорові, друзі, нехай вас не болять зуби. У нас сьогодні була в гостях стоматолог Ольга Козулько, яка прокоментувала нас з теми чутливості зубів.